вышло, шел этот блясный, я тебе ничего. Сегодня, ребята, мы будем играть в Forza Horizon 5. Будем играть в Forza Horizon 5. В рифму, кстати. И сегодня, ребята, мы будем тестить 3 джипа. Ну, а может быть больше. Ну, вообще, джипы будем тестить. И потом, кто выиграет, за того вы лайк поставите. Угу. Тот получит 100 звезд. Какой джип выиграет. Сейчас я кое-что сделаю. Смотрите. Я вот, короче, поставил. Смотрите. В избранные. Какой джип победит, тот будет избранным. Да. И у нас тоже этот джип будет. Я, короче, тут уже напоставлял избранных всяких. Так, с этого вот сюда. Удалить из избранных. Ну, какой джип победит, тот будет избранный. Напомню. Давайте я покажу джип. Я толкаю микрофон, если что, кто не знал. Вот он, этот джипик. Джипяра, ребята. Да, пожалуйста, толкать микрофон. Ну, покажу салончик, вот такой. Во. Ну, погнали, короче, что мы тянем. Покатаемся по дорогам, по лесам, по морям, может, даже по океанам, по льдам. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не сказал. А мы начинаем, уже начали. Вам, ребята, я так знаю, зашел шорт. Давайте я правильно куда я полетел. Давайте я правильно скажу. Шот, надо. По-моему, шот. Да, шот. Шортс — это неправильно. Если что, кто не знал. Я уже это давно знаю, что шот — это, ну, шортс — это неправильно. Если что, очень давно. Ну, просто, знаете, ребят, что-то я вообще когда-то, когда я уже узнал, как это все, вот эта фигня называется, где краткие видео, шортс. Я думал, это шортс, потому что я тогда еще не изучал. Кстати, поездим по земле, потому что это джип. И по воде, кстати, тоже поездим. Потому что, ребят, я тогда не знал, еще не изучал такое слово, не знал, как оно читается. Но потом я узнал. В скором времени, так сказать. Ну, и сразу что-то я долго-долго же говорил шортс. И привык. Ну и все, в принципе. У меня проблема с клипом, если что, кто не знал. Да, большая проблема с клипом, я даже не знаю, что делать. Какая проблема, сейчас я вам объясню. Просто надо, чтобы все ушли, чтобы я пел. Пел. Да, я на одну и ту же трассу вернулся. Чтобы я пел, так сказать. Ну, ребят, никто не уходит. И еще одна проблема с этим, с фонариком. Надо же заснять вот эту фигню с фонариком. Как я буду по лесу ходить. Ой, я спойлер сделал, зачем я это сделал. Ну ладно. Но потом я не буду спойлерить, я уже один спойлер сделал. Клипа. У меня вышел, конечно, трейлер такой. Трейлер в картинках вышел. Потому что клип будет очень крутым, я не хочу ставить спойлеры, там не хочу просто спойлеры ставить. Я думаю, вы залайкаете клип так же, как вы залайкали трейлер. Да иди ж ты нахер. Вы нормально не можете ехать, нет? Не видите, человек тут вон дороги слетает, потому что это тупит он. Я туплю маленько, ребята. Потому что я рано сел сейчас. Если что, новая игра нам понравится. Новая игра выйдет в среду, наверное, выйдет. Ну, должна вообще выйти, если, конечно, все так пойдет, ребят. Если, ну, в следующую среду. Если, конечно, все нормально у нас пойдет, ничего там плохого не будет, то обязательно, ребят, выйдет. Это новая игра, не буду спойлерить.
Я уже клип заспойлерил чуть-чуть. Там с фонариком ходить надо будет. Я вам не буду говорить, что да как там будет. Не буду говорить концовку, концовку. Начало, но концовку тоже не буду говорить. Начало, концовку не буду говорить. Не буду вообще весь клип, середину, все такое говорить, потому что это будет сплошной спойлер. Так что давайте приступаем уже к игре. Ну, этот джип вообще неплохой. Если в салончике еще посмотреть, но он неплохой. По земле хорошо ездит. Вот по горам только у меня вопрос есть. Мы еще на гору не за... Нифига себе, мы приехали в то место, где трамплины. Нифига себе. Нифига себе. Нам трамплины сейчас не нужны, потому что мы на джипе. Какие еще нахер там? А можно, кстати? Можно же один раз прыгнуть, но не. Конечно, мы могли бы. Но нет. Лучше, ребята, не будем. Так что поехали наверх сейчас. Посмотрим, как вот этот джип катается. По горам. Катается. Не по дорогам, а по горам уже. Это все серьезно. Ну тут же... Ну да, меня же ТПС не хотел сказать. Тут же деревья. Но он уже начал чуть-чуть тормозить, ребят, если что. А меня деревья кидают. Кидайте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. На эту гору мы нормально не заедем, так что давайте, ребята, разгончик. Так, а как разгоняется? Как медленно. А что так медленно? Очень медленно. Очень медленно. Нам не хватит. Ну, очень медленно разгоняется, для скачки. Вообще. Кстати, куда залетит, я вам не, так сказать, не подсказал. Вот так удобнее играть, если что, вот так вот. О, там темнота такая в этом джипе. Ну, я не знаю, он легендой станет или нет. Но, мне кажется, нет. Просто, ну, по горам он хорошо ездит. По дорогам тоже хорошо. Минус разгоняется плохо. Ну и все, в принципе. Минусов нету. Давайте я помоюсь. Реально, да. Так что джип, не знаю, легендой будет. Я уж думал, он будет легендой тут. Лучше всех тут такой. Суету наводить. Ну я не знаю, даже. Ну такого суету наводить это я не знаю. Так что давайте уже приступаем к следующему джипу. Следующий джип наш будет это вот этот джип. Я вам сейчас все покажу. Так, вот. Но мы уже, по-моему, на таком катались в ролике. Или я один катался. Ну, в ролике точно в каком-то. Ну да, мы по горам там ездили, ребят. По горам, по лесам. Давайте в обратную сторону, пожалуйста. Ты нахуй упал-то. Не надо падать. Не падай. Куда? Серёж, хотел сказать пизда. Вау, вот этот нормально так разгоняется вообще. Я бы сказал, хорошо, круто. Но, ребята, вы еще не видели, как разгоняется другая тачка. Дима ее затюнил. И вот другая тачка, другой джип вот этот вот. BMW наш любимый. Джип был. Сейчас моя любимая другая тачка, не этот же. Ну, вообще, в джипов вот это BMW не нравится. Фарзе Horizon 5. Хотел сказать Фарка 5. Тыкс. Нахер я съезжаю с дороги-то?
разгоняется неплохо, так вам скажу. Но надо на гору заехать, чтобы правильно вот. Это же джип, это вам не тачка, а обычная какая-нибудь, легковая. Ну не легковая, а гоночная она, низкая. Ну вообще гоночная низкая. Я вам не говорю о всех гоночных. Но какая-то гоночная может быть низкая. Вот на этой гоночной. Ой, короче, ребята, вот на этой гоночной по дорогам надо ездить. А у нас джип, не гоночный он. Он нормальный. А может быть и гоночный, кстати. Ха. Ну вообще это джип, так что по дорогам мы ездим, конечно, вот, видите сами. Но нам надо проверять на джип, это только по горам ездить. Кстати, неплохая гора, могли бы тот джип проверить. Ну ладно, мы уже с ним закончили. Мы с этим будем, наверное, долго. Не, с другим долго, наверное, будет. Будем. Вот на эту гору еще более-менее может заехать, потому что деревья не мешают. А то на другие, там, ты пишешь сразу, потому что деревья. Я не знаю, почему игрокам не дают заехать. Это же интересно, круто все. Ну это самая высокая гора, да? Или нет? Я помню самую высокую гору, мы даже два раза на нее заезжали. Вы первый раз залайкали, а второй вообще много лайков. Два лайка прям было. На первом один. По-моему, на втором даже три. Я не знаю, я не помню уже. Я когда-то заходил. Тоже. Заходил. Да, это самая высокая гора. Когда я просто выпустил этот ролик, еще раз на эту гору заехал, то я тогда заходил, или уже там время прошло, день-два, может, а был три, а, ладно. Ну, я, да, это, короче, дня никакого не проходил, я сразу заснял ролик, там что-то покумекал и зашел туда, на этот ролик. Я уже что-то забыл, все там. А вот это давно все было, понимаете, я тогда руку-то, а палец еще не сломал, по-моему. Я уже не помню. Или сломал, кстати. Да, сломал. Я уже не помню, ребят, когда это все было, когда это все стало и все такое. Да, это самая высокая гора. Скажу вам одно, это самая высокая гора. Ну давайте съезжаем тогда, если она самая высокая. Потом, может, на эту гору еще заедем. Опа. Опа, вот так, кстати. По водичке проедем. Опа, попробуем вот так упасть. Я не знаю, мы ни разу так не падали еще с вами, если что. Уил, камень. Да, бля. Блясо какое. В смысле? Ладно, еще раз. Под лежачий камень вода не течет. Хуяли, нет? Ну, я ничего не понял. Это не важно. Ладно, давайте вот так, потому что по-другому не интересно. Ну, мы тогда круто светили. Ну, если сейчас и позапрошлый, у нас не очень круто светить получилось. Сейчас мы уж круто, надеюсь. А может, где нет. Вот так, ребят, короче, буду сейчас съезжать. Раз. Ну, это будет время деревья, тут в этой игре. Не мешает нормально мне съехать. Позапрошлых разах я где деревья, по-моему, заезжала, а сейчас все нет. Сейчас это хорошо. Сейчас круто было съехать-то. Сейчас, мне кажется, круто было съезжать. Если честно. Эй, ты почему я пролистываю, тороплюсь куда-то? Знаешь, ты меня тпшник. Я бы сейчас стал. Не знал. Поправить. Так, ну вот так, что вот этот салон. Что такое? Вот.
Можно ехать. Можно ехать на дорогу. Ну что я скажу? Очень хорошо. Ну, не очень. Все хорошо ездит по горам. Хорошо очень. Ну, БМВ, по-моему, лучше ездил. Или нет, по-моему. Мы потом попробуем еще на эту гору на БМВ заехать. Все, мы отъехали, в принципе. Салончик не пла... Ну, это, знаете, для всяких поездок куда-то салончик. Вот тут сетка, решетка, все такое. Все круто. Так, остановить. Неплохая тачка. Я ее, по-моему, даже не показал. Извините, простите меня. Давайте, ребята, посмотрим последнюю нашу тачку. Это Бэху. БМВ. Посмотрим ее. Я думаю, вам она понравится. Во. Смотрите. Во, покажу уже все. Ой. Почему я тороплюсь? Вот салон. Вот, вот салончик. Она быстро прям ждем за тюню, по-моему. Или она была уже. Не знаю, да. Я врезался нечаянно. Нечаянно. Вот минус, что мы от горы далеко уезжаем. Это бляха. Давайте тогда еще раз на гору заедем, потому что мы далеко что-то уехали, а я хочу проверить тачку. Повторюсь, это не гоночная тачка. А может и гоночная? А? Ну это не низкая тачка, ребят, это джип. Это необычная легковая тачка. Да что ж такое? Я, короче, в деревья врезаюсь. Не могу нормально. Это что? Чё за остановился? Давай наверх. И мы когда тестили обычные тачки. И было круто, ребят, у нас выиграла вот. Вот та тачка, я забыл. Короче. Так, давай ты не будешь уже ебал деревья бежать. Наверх сейчас. Надеюсь, нас не ТПшник, потому что я, мне кажется, отъехал далеко слишком. Опа, вот так. Раз. Два. Три. Ролик я уже знаю, как назвать. Ну вот вкладку. Ну вкладку я уже знаю. Ой, у меня одна есть вкладка такая. Не, ну вот это реально победило. У нас уже одна вкладка у меня есть. Я уже знаю, надеюсь, я ее только найду. Ну вот это жесть, что показала. Вот это, мне кажется, реально победило. Тачка. Вот так не очень удобно ехать. Ой, ничего и половину ничего не видно. А вот так вообще от первого лица, ну да, от первого, по-моему, от первого. Не, от третьего, да, от третьего. А может и второго. От третьего. Ну какая разница, ребят? Круто, я говорю просто. Разницы никакой нет. Мы заедем сейчас наверх. Быстренько, да? Фух, если что, это ролик такой ненапряжный, да, чуть-чуть. С Бэхой мы, наверное, недолго тоже будем. Я уже тут погорячился. Так, пожалуйста, если... Да я уже наехал, ребят, представляете, так быстро. Кажется, так быстро, я скажу, ну да, а чё, понимаете. Наехал, да я хуй с ним. Так, постараемся не наезжать. Я просто вперед. Ну если на камни вперед, это я... Да ёпт, мать. Куда на камни вперед? Не надо, все. Если врежусь... Это вообще хуйчатина какая-то будет.
Давай, пожалуйста, не врезайся в камни, а? Просто заебал, пожалуйста. Фух, неужели он первый раз в камни не врезался? Я просто охуеваю, что он первый раз в камни нормально не врезался. Камни, деревья, они мешают. Ну за что вы так деревья мешаете там мне? Не надо мне мешать. Попробуем сейчас разогнаться. Вот так сделать. Да не на камне вот так сделать. Ну-ка, обратно назад. Идите нахер уже эти камни. Уразки. Вот так попробуем. Опа, тут везде камни. Блин, тут везде камни. Это хуйня. Может, дырочку вот так попробовать туда? Не знаю, тут везде просто камни. Ну, а по камням хорошо еще ездить. Вы что, охренели такие камни тут? Везде просто камни. Как мне съезжать? Фух! Короче, езжу сейчас на деревья, еду. Фух! Опа! Поняли, ребят! Ха! Все не помешайте, деревья так и знаете. Как раз! Чумотуло! Опа, я чуть не врезался сейчас, если что. Так. Вот так. И на камни напоролись. Короче, ребята, знаете что? Я просто со всей душой сейчас вот это хочу сделать. Добавить в избранное это. Ну, это очень крутая тачка. Из джипов, конечно. Она очень круто разгоняется. По горам, по камням круто ездит. Но я в избранное просто ее добавлю. Так и назову ролик. Но не про эту тачку, конечно. Про другое. Назову ролик, ребята. А вот название сами прочитайте. Обложку я постараюсь ее найти. Ой, такая обложка. Я однажды ее увидел, и она мне больше понравилась. Ну, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. На этом все. Ладно, вот что. Всем пока, ребята. Снять имею чего. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока. Так. Ну, вы знаете, что у меня проблемы. Всем пока.